На 350 тысяч. Будем зарабатывать. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Зиновий Хлебович. В народе его уважительно называли «Золотой Иван Иванович». А как его называем мы? Короче, смотрите, 75 тысяч есть, нам нужно 350, чтобы выкупить там две фотографии Путина коллекционные общей стоимостью в 250 тысяч и бутылку коллекционного вина. Шато там какое-то французское, 96-го года, за 110 тысяч рублей. И тогда магазины опустеют. Все, что нужно, мы купим. Но Бог даст, какие-то еще суперпризы выиграем. В виде там сертификатов на куда-то поездки. На двоих. В Монголии еще не были. Поэтому тактику меняем. Ввиду того, что все трое вот работают, по-моему, на общую кассу, на вот эту, по Любасику, поэтому не будем сильно конкурировать, будем почаще крутить барабан, чтобы по возможности на призы попадать по 10 тысяч за каждое такое попадание, потом ловкость глаз и 10 тысяч в кармане. Ну, то есть вот здесь, в кассе. И еще тактика. Не будем слово называть сразу, а будем добиваться того, чтобы Якубович давал нам по две шкатулки. Ну, а там уж как повезет. По 5 тысяч каждой угаданной шкатулки. То есть набираем тупо 350 тысяч. Ну и вот этот дворник, он очень хочет французского вина, по-моему. Ну, ладно. Но ответ на этот вопрос такой. Золотой Иван Иванович – это самовар. Но мы, естественно, слово называть не будем. 500 очков, буква. Будем лавировать. Откройте нам букву «Р». Крутите барабан. Крутим. Так, приз проскочили. 850 очков, буква. О. Откройте букву О. Ну, вращайте барабан. Приз давайте. 600 очков, буква. А, две шкатулки. Откройте нам букву А. Две шкатулки в студию. 3 правильно угаданные буквы дают вам право на 2 шкатулки. 2 шкатулки в студию. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Левую. Есть! Ура! Есть! Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Будем вращать. Хотим приз. Ай, проскочили. Переход. У вас ноль. Будете крутить барабан? Лолита Егоровна. 450.
Она тоже две шкатулки хочет. Замечательно. Откройте букву В. Будете вращать барабан, называть слово сразу? Будем. Слов сразу не называем. Все. 350 очков. Договор. Что? Откройте букву М. Будете вращать барабан, называть слово Будем. Сразу? 450. Вот тут вопрос. Будет ли засчитаны три угаданных? Абсолютно точно! Три правильно угаданные О. буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. А мы опять левую. Левую, правую, какую вам? Есть! Есть! Это хорошо. Финал. В эфире капитал-шоу «Поле чудес». А нет, вторая тур. Тройка. Это только второй тур. Вот задание на второй тур. Ну, вращайте барабан. Любомир Тимофеевич, без чего не обходится ни один спортсмен? Тренировка, конечно. Но мы тактику уже... 750 очков. А. Откройте нам букву А. Ну, вращайте барабан. А вдруг приз? 800 очков. Буква К. Откройте букву К. Вращайте барабан. Прощаем. 1000 очков, буква В. Откройте букву В. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Неужели опять левую? Левую, правую, какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Ну, хорошо. Вращайте, пожалуйста, барабан. Будем продолжать нашу тактику. Кстати, это исторический факт, всем известный. Леонид Джабатинский, мой, так сказать, еще один земляк, он сам запорожский, вот он неправильную тактику на своих соревнованиях поставил, он драл пуп, сразу брал огромный вес, ставил рекорды, там, честь и хвала, но в итоге он не оставлял никаких, то есть ему надо было и дальше пуп рвать, не надо было так рекордно увеличивать вес. В этом плане Сергей Бубка гениально поступал. Он перепрыгивал этот шест, даже вот на замедленном видео было видно, что он с запасом перепрыгивает. Но он рекорды ставил, буквально по сантиметру добавлял, а не так, как Жаботинский, сразу бы добавил, и все, и рекорд. А так, рекорд, 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 деньги, деньги, деньги. То есть он донецкий самородок. Ну, вот это так, для общего развития, если кто не знал. Крутим. 350 очков. О. Откройте букву О. Ну, вращайте барабан. Ну, вращаем. А вдруг приз?
600 очков. Буква Р. Другое дело совершенно. Откройте нам букву Р. Р. Будете крутить барабан? Конечно, будем. Мы ж уже условились. 750 очков. И. Откройте букву И. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. А в прошлый раз правая была. Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Секретная. Есть! 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 Хорошо, что не на попе. Будете вращать барабан, дать слово сразу? А попробуем еще повращать. 600 очков. Буква Н. Гениально. Откройте нам букву Н. Будете вращать барабан, дать слово сразу? Шестьсот очков. Буква Е. Откройте! Будете вращать барабан, назовите слово сразу? Буду, лишь бы банкротом не стать. 350 очков. А возможно и две шкатулки. Точно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Вот что значит стратегия. Левую, правую, какую вам шкатулку? Давайте правую. Да, блин. К сожалению, не угадали. Через раз. Ладно, третий тур. В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Третья тройка. Вот задание на третий тур. Крутите барабан. Григорий Альфредович, в каком месте принято встречать Новый год? В Тальке или в Тальке? В небольшом городке в Чили. Но это кладбище. Но мы ж тактику, стратегию знаем. 350 очков. Е. Кто ж будет спорить с этим? Откройте. Вращайте, пожалуйста, барабан. Пожалуйста. 350 очков. Ще. Откройте. Ну, вращайте барабан. Ну, вращаем. Нет, крутим. 350 очков. И. Откройте букву И. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. В прошлый раз было... Левую, правую, какую вам шкатулку-то? Деньги были в левой. Есть! Есть! Ну, вращайте барабан. И уже 95 тысяч есть. Бутылка вина почти в кармане. 350 очков. Б. Откройте букву Б. Будете барабан вращать? Конечно. 500 очков. Буква Д. Ну, слава богу, наконец-то! Откройте букву «Д». Назовете слово целиком? Дульки. Восемьсот пятьдесят очков, буква «А». Хо-хо! Откройте нам букву «А». Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. А сейчас правую скажем. Левую, правую, какую?
Есть! Есть! А в следующий раз левую скажу. Назовете слово целиком? Не хочу. Я еще приз хочу. Ай. 500 очков, буква. Л. Ну вот, откройте букву Л. Назовете слово целиком? До бутылки французского вина не хватает ровно 10 тысяч. 600 очков. Буква К. Абсолютно точно! Кто б сомневался. Финал. В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». Финал. Прошу. Вот задание на финальный тур. Лолита Прощайте, Егоров. Барабан. Это слово изначально обозначало типографский брак. Карикатура, что-то такое. 850 очков, буква. А. О-хо-хо-хо! Откройте нам букву А. Нет, прощайте, барабан. Не карикатура, это... Сейчас, подождите. Ладно, я пока вращаю. 500 очков, буква. По-моему, карикатура. Неверно. Неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. Так, сейчас. Блин. Ладно. Все равно. 500 очков, буква. Узнаем. Е. Неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. 350 очков. О. Ой, такой буквы здесь нет. Ну, вращайте, барабан. Лолита Егоровна. 750 очков. Ах, молодец. Откройте букву У. Будете крутить барабан? Макулатура. Все, вспомнил. Макулатура. Ну, будем... Все ваши очки умножаются на 2. Сектор призовой, можете назвать букву. Будем зарабатывать Ой! Деньги. Откройте нам букву Т. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Будем. 750 очков. Просто замечательно. Откройте нам букву Р. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки левую, в студию. Левую, правую. Какую вам шкатулку-то? К сожалению, не угадали. Жаль. Назовете слово целиком? Нет. 550 очков. Л. Угу. Откройте букву Л. Будете вращать барабан, назовите слово сразу. Дай приз. Дай приз. 800 очков. Буква К. Откройте букву К. Назовете слово целиком? Нет. Хочу приз и две шкатулки. 600 очков. Буква М. Ну, конечно! Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки в студию. Из принципа. Левую. Левую, правую. Какую вам шкатулку? К сожалению, не угадали. Вот 10 тысяч улетело.
И перед нами победитель! И суперигра. Ну да, сейчас посмотрим. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Суперигра. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на суперигру. Я разрешаю вам открыть любые 5. Выдающийся блестящий успех. Триумф. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Время пошло. Минута пошла. Да что мне минута? Я быстрее. Абсолютно точно! Вы выиграли суперигру! И получаете. Эти аплодисменты вам! Сертификат в Монголию. Вы выиграли суперигру и в качестве суперприза вы получаете... Утюг. Парогенератора. Это на этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Утюг на кухне, там гладилка стояла, как помню, как сейчас. Вот, смотрите, заходим на кухню. Вот гладилка. Вот она, утюг. Есть. Теперь тут бутылочка за 110, а у нас денежков сколько? А, у нас вот 113 есть. Мы сначала купим... Вот тут есть такая подешевле коллекционная фотография. Я же говорю, Путина, наверное. 97 тысяч. В итоге у нас осталось 16 970. Короче, нужно 150 вот сюда и 110 на бутылку вина. Давайте вот эту фотку за 150 выкупим. А потом все это отметим бутылочкой в шато Хриньона какого-то. А пока выходим.